женщине тагильским, потом израильский поэт Михаил Сипер написал лет так 40, наверное, назад стихотворение. Нигде он его не читал. После того, когда ему на Грушинском фестивале, после прочтения, Вадим Егоров сказал: «А что у тебя Ленин-то растревожился? Ленин-то растревожился, что?» Там есть такая строчка. Ну, я постараюсь спеть ее не так, чтобы вы почувствовали, что Ленин растревожился. Да. Посвящение трамвайчику. Парам-пам-пам, парам-пам-пам-пам, парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Как сладко образумится, как нужно успокоиться, и мир таким, какой он есть, давно пора принять. Бежит, бежит трамвайчик мой, никак не остановится. Ах, бог ты мой, ну как же мне трамвайчик свой унять? Бежит, бежит трамвайчик мой, никак не остановится. Ах, бог ты мой, ну как же мне трамвайчик свой унять? А снег на рельсы падает и кружится восторженно. Уж эти мне непрочные осенние снега. Бежит, бежит трамвайчик мой, оленем потревоженным, уставив небо черное, ветвистые рога. Бежит, бежит трамвайчик мой, уставив небо темное, ветвистые рога. Билеты все оплачены долгами позабытыми, прощением и прощанием наполнены сердца. Бежит, бежит трамвайчик мой со стеклами разбитыми, и в сумерках у встречного не разглядеть лица. Бежит, бежит трамвайчик мой со стеклами разбитыми, и в сумерках у встречного не разглядеть лица. Парам-пам-пам, парам-пам-пам-пам, парам-пам-пам, парам-пам-пам-пам.